Послание жрецов Гипербореи от 17 августа 2017 года. Примите наш совместный дар. Здравствуйте, дорогие наши земляне. Сегодня мы передаем вам послание из Агарты, где пребываем мы уже много тысячелетий. Но это послание будет нести не только первородные энергии нашей цивилизации, самой древней на Земле, но и энергии Агарты, этой благословенной нашим Творцом страны, где собраны бесценные жемчужины лучших представителей всех цивилизаций, всех стран и народов, когда-либо обитавших на нашей прекрасной планете. Это совместное послание призвано наполнить вас энергиями самых разных вибраций, теми, которые вы все почувствуете по-разному, потому что каждый из вас в первую очередь впитает в себя свои энергии, те, которые были когда-то родными ему, излучаемые его родом, его цивилизацией. Но вместе с тем, перемешавшись с энергиями и вибрациями других представителей Агарты, которые обогатили их и придали им иные нюансы и оттенки, эти энергии войдут в вас уже по-новому. Вы примете в себя концентрацию самых прекрасных и самых чистых энергий, когда-либо наполнявших Землю. Что вам нужно для этого сделать? Просто сядьте в медитацию и попросите волшебную страну Агарту омыть вашу душу своим исцеляющим материнским светом и божественной энергией любви. И принимайте с благодарностью эти потоки. Почувствуйте нас. Станьте нашей частичкой. Слейтесь с нами. Любящие вас безмерно, жрецы Гипербореи говорили с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».